если ты думал, что сложнее планки ничего не бывает, то тебя ждет большой сюрприз. Знакомься, планка в динамике. Для начала встань в планку с упором на ладони. Кисти поставь точно под плечами, ноги вместе. Твое тело должно образовать одну прямую линию от макушки до пяток. Теперь подпрыгни и разведи ноги. Одновременно коснись левой ладонью правого плеча. Возвращайся в исходное положение. А при следующем прыжке поменяй руку. Коснись правой ладонью левого плеча. Следи за тем, чтобы поясница не прогибалась, а грудь и живот не провисали. Шея должна быть продолжением спины, поэтому смотреть нужно на пол, а не перед собой. Сделай 10 повторений, по 5 на каждую руку. Затем немного отдохни и выполни еще один такой подход. Если это упражнение дается с трудом, попробуй делать прыжки без движений руками. Пусть они остаются на полу, а работают только ноги. Планка в динамике задействует огромное количество мышц. Основная нагрузка приходится на ноги, руки, грудь и пресс. Кроме того, упражнение поможет прокачать сердце и повысить общую выносливость. Так нельзя, что ли?